Я не знаю, правда или нет, но говорят, тут жил когда-то пещерный человек. Змея! Где, где, где? Змея! Вон там! Вообще не быстрая! Ты куда полез? Бежал так быстро, что у него оторвалась подошва. Привет, привет! Здравствуйте, меня зовут Юлик, я гид. Да, так получилось. Ра-па-па, 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 ра-па-па. Доброе утро, всем привет. 8 утра, Нахаль-Прат. Мы начинаем нашу экскурсию. Для того, чтобы мы немножко сориентировались, мы с вами находимся сейчас на самом севере иудейской пустыни, самой неправильной пустыни в мире. No sympathy from me. You turn me into your enemy. I see. I wanna talk about it. Cause I don't have no reason to believe you. Confusing thoughts and mystery. I see. Our love was just a fantasy for me. You play me like nobody. When you were everything for me. You shot me, so then you got me, and I'm like, damn, get on, bum, bum. I see the satisfaction in your eyes. Мы закончили наши купальные процедуры. Было классно, вода холодная, всем понравилось, все довольны. По поводу дальше водоемов. Где-то через полтора часа у нас будет привал уже в таком месте, где можно будет и попрыгать, и чай, и кофе, и все остальное. Где, где, где? Змея! Вон там! Мы ее не пытаемся поймать. Мы ее не пытаемся взять. Тут есть две такие змеи. Я посмотрел видео, вы сами не были в начале. Я знаю. Да нет, мы просто с другой группой. А, вы случайно оторвались, что ли? Ну да, мы. Как мы здесь оказались? Мы сегодня вышли с нашей группой, вот, и вдруг мы смотрим, к нам присоединились двое ребят. В итоге оказалось, что они просто отбились от своей группы и попали к нам. Да, вот нам просто очень хотелось вперед уже идти, они там купаться оставались. Всего хорошего. Пока. У нас маленькая авария, Тимур бежал, споткнулся и чуть-чуть свез кожу. Сейчас будем его лечить. Bum bum.
Я не знаю, правда или нет, но говорят, тут жил когда-то пещерный человек. Вода просто суперская. You shot me so damn hard.